Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли в гости. Сегодня у нас великолепные ребрышки. Я их хорошо промыла, просушила. Теперь нам надо удалить пленку. Все, пленку мы удалили. Что теперь? Теперь нам надо приготовить маринад. Здесь у меня кетчуп или соус барбекю, соевый соус, чеснок, мед, горчица. Добавим еще специи и пряности. Подробный рецепт под видео. Все это хорошо перемешиваем. Можно добавить еще немножко соли, но у меня соевый соус очень соленый. Хорошо натираем наши ребра и оставляем минимум на полчаса, можно больше. Маринад мы немножко оставляем, мы будем смазывать. Вот так хорошо. Все, и оставляем. Это минимум минут на 30. Запекать мы будем наше мясо в пакете. Перекладываем в пакет. И в духовку. 180 градусов. Час 20, час 30. За 10 минут до окончания запекание. Мы с вами его раскроем и смажем маринадом. Все, ставим в духовку. Прошло время, как я и говорила, за 10 минут до готовности смазываем нашим маринадом. И в духовку. Ребра готовы. Посмотрите, какие они очень красивые, очень нежные. Красота! Всем спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо!